законных мне требований можно? Сотрудника давайте. Полиции. Смотри, как она тебе мешает. Да ее! Тихо, тихо, тихо. Там лежит в этом в машине, то есть сказали, что задержан. Вам плохо или плохо? Вы лучше разговариваете, но вам значит хорошо. Когда даже сам приболеваешь, как-то мне не хочется разговаривать. Нет паспорта. Паспорта нету, говорит. У вас нет паспорта? Нет. Антон Валерьевич. Да. Скажи ребятам, что... Я сказала. Я не кричу, я говорю. Пока еще я не решил, подожди. Пойдемте, еще не знаю. Едем тогда в отдел. Вы не будете? Сейчас нет. Не хотите? Я хорошо, скоро вызову. Хорошо, пойдем. Что? Да. Скоро вызову. Какой отдел? Граждане, можете чуть-чуть в стороночку встать в целях нашей безопасности? Спасибо большое. Вплотную не приближаться к сотрудникам полиции. Полиция создана для народа. Никто не думал даже. Да, это ситуация, да никто даже не думал с нашей стороны что-то делать. Я попросил расслабить наручник, а наоборот затянул наручник. Прошу минуточку внимания. Когда меня доставили до ЦРБ, вытащили из машины, как мешок с картошкой, я, естественно, попросил расслабить мне наручники. Сотрудник полиции подошел и сделал, наоборот, еще хуже, еще сильнее затянул наручники. Ну а дальше я вам продемонстрирую звуковую запись, какой диалог сложился у нас с ним после этого момента. Начальство вас учит, нужно делать? Что нужно делать? Ну зачем у меня... Я вас проверил, все нормально у вас там. У вас там все нормально. Я проверил. Ты придуряешься? Я не придуряюсь. Ты придурок? Я... Что, вы меня сейчас оскорбили? Я спросил. Вы сейчас сказали, что... Нет, я придурок? Спросил. Мне кажется, что у вас... Подождите. Какая-то... Записываю все движения. Давай, давай. Что вы сказали? Повторите сейчас. Подождите. Что вы сказали? Повторите сейчас на камеру. Я прошу на камеру мне оказать медицинскую помощь. Да, да, да. А то, что вы до этого сказали сейчас, я мой говорю, адрес. Вы мне специально... Что вы сказали до этого, мой адрес? Да. Можете сказать? Ну, я пытаюсь. Скажите. Я пытаюсь. Ну. Как вы меня обозвали? Я сказал, зачем вы мне затянули наручники? Вы же мужчина. Вы отвечаете за свои слова? Или вы не мужчина? Откуда вы взяли такие слова? Вы не мужчина? Откуда вы взяли такие слова? Вы мужчина, я спрашиваю. А вы мужчина? Я вас сейчас спрашиваю, за себя отвечайте. А я вас спрашиваю, вы мужчина? Вы мужчина, не надо стрелки переводить. А вы можете делать? Вы мужчина? А вы можете делать поправку? Вы мужчина? А вы мужчина? Зачем вы меня оскорбляете? В смысле? Ну повторите, что вот на камеру сейчас. А зачем вы... повторите, вы же сейчас так меня назвали. Вы же только что сделали мне в назло. Вы сейчас меня а обозвали. Вы мне сделали то, повторите это на камеру. Повторите на камеру. Повторите, на камеру то, что вы сейчас сделали. Я проверил, у вас все нормально. Нет. А теперь повторите на камеру, что вы сейчас мой адрес сказали. Я ничего абсолютно не говорил на камеру. Ну, снимай дальше. Снимай дальше. Все, пойдем. Да тебя просил, они не хотят. Понравилось. Вы сейчас административно задержаны. Еще меня об этом буду трогать. Еще мне рано никто не объявил. И мне об этом еще никто не объявил. Потому что я задержан. Я вам уже несколько раз сказал. Да ну. Да. Хоть посмотри свои видеозаписи. Посмотри свои видеозаписи. Так вас задержали. Да нету, конечно. Он еще даже не сказал, за что я задержан. Вот. А когда будет протокол задержания? Мне в марте дадут хорошую полюс. В марте первого. А сейчас почему нельзя сказать? Я не могу это писать. Я еле на костюме. Кто оформлял, тот и должен говорить. Незамедлительно должны оформлять. И сейчас вам будет ферма. Кто оформлял, тот он здесь. Жетоны у него еще нет. Не ложите все видеть. Может, что он идет. Ничего не так могут. Когда камеры не было, слышал бы, как они разговаривали. Чё ты мужик, чё ты мужик, чё ты мужик. Ну а куда сейчас везут-то? Мне пока не говорили. А можете вот так просто по второму человеку повлиять, чтобы меня ручно писали? Я же не сопротивляюсь, я отрезаю. А вы что, так вы являетесь законным представителем? Показывайте, которые... Вы, если вы являетесь законным представителем, вы должны знать, какие документы должны предоставить. Нет, устно недостаточно. Недостаточно. А вы сейчас в суде находитесь?
Поэтому я ничего не собираюсь. Ну, вы же не пытаетесь, что я ничего не пытаюсь, не пытаюсь. Так почему вы не хотите мирить? Да. Граждане, ваши документы не будьте добры. Пойдемте. Не толкайте. Я не толкаю вас, я вас сопровождаю. Вас. Пойдем. Толкать не надо. Я вас сопровожу. Руку уберите. Я вас сопровожу. Мне противно, когда дотрагиваетесь до меня. Да мне вообще противно с вами идти. Снимаете? Молодцы. Я плюнулся. Да. Почему плюнулся? Никого не было. Я иду. Как никого не было? Вы идете с правой стороны. И что? Я иду с левой стороны. Стоит плевать на меня? Как вы считаете? А? Я плевал, если было там что-то. Как вы считаете? Это нормально по-вашему? Не поднимайте меня голову. Почему ведете? Не толкайте меня в уши. Почему вы ведете себя как последний человек, извините за выражение? А? Это что за такие дела-то? У меня пока разблокировка сейчас работает. Хорошо, хорошо. Где документы ваши? Гражданин? Да. Ну что, документы дадите? Дать не дам, показать покажу. А вы боитесь, что ли? Зачем? Вы меня не останавливали, зачем? Да не, мне не нужны ваши документы. Сидите тогда ровно. Ну а что тогда? Вы дергаетесь что-то? Я дергаюсь? Ну, да. Это у вас какая-то лексикон какой-то неправильный. Дергаюсь. Почему вы не хотите наручники снять? Потому что вы административно задержаны. А что, все вы административно задержаны? Ну, конечно. Да? Статья подразумевает под собой применение спецсредств. Какая статья? 19.3. Да, да. Я что делал? Вам уже все сказали. Отказался подчиняться. Вы уже всему уже вам все объяснили. Нет. Все вам уже сказали. Посмотрите вашу видеозапись. И вам тысячу раз это все повторяю. Видеозапись уже повторяю. Я больше не собираюсь вам ничего повторять по 50 раз. Что мужик? Как это вы? В данный момент я сопротивляюсь или что? Что сейчас, что мешает снять наручники? Сейчас, что мешает? Мне уже решать, на кого играть, на кого нет. Я спрашиваю, что сейчас мешает снять наручники? Будете отвечать? Я уже все сказал. Ничего не сказали. Вы сказали, ну, слушайте внимательно. Вы сказали, ты не мужик, на публику не надо играть. Вот это вы сказали, я точно знаю. Софиуля. Кто Софиуля? В чем проблема? Почему нельзя наручники? Подойдите. Ну, так и вы что? Я еще и куча административных нарушений правил дорожного движения. Я могу нарушить миграционный охотник на сотрудника дорожного службы. Ничего не собираюсь вам объяснять. Я уже все вам сказал. Все. Вы не понимаете просто, в чем дело? Да, я трубку, да? Что я понимаю, поэтому прекрасно. Не можешь ничего сказать. Он не понимаете? Все вам сказал. Ну как? Если бы вы понимали, вы бы, наверное, сказали. Почему именно такая мера пресечения? Ну, это я уже понял. Это я уже понял. Включай видеозапись. А потом вычислим, кто там звонил, кто оскорблял. Бочко давал? Давай, включай видеозапись быстрее. Сейчас наговорятся. Чего себе? Ну, они... Да, я думаю, здоровье. Просто вот ты говорил, они прям что-то разозлились. На видео записывают, как ты говоришь. Да, я могу сейчас отправить такой проект. Ну представься, герой. Я понял. Представься, пожалуйста. Ага, представляю тебе. Меня зовут Александр. Ага, фамилия? Фамилия угодно твою узнать. Вот герой. Из-за спины кричит там что-то. А вы не из-за спины, наверное, мне руки скручивали, да? Нет, мы к вам подошли. Вдвоем-то не из-за спины. Вы подошли. Ваши права.
ваши, наши обязанности. Слушай, вы нарушаете. Это не только в одну сторону смотрят, Александр. Вы же права и обязанности зачитали. Конечно. Разъяснили права? Конечно. Еще и требования конкретные. 51-ю статью. То есть нельзя на дорогах стоять. Ты подойди с дороги и все, не ушел. Крутили. Что? Да я не знаю, как его зовут. Я все время забываю. Старший лейтенант какой-то. Тут просят какого-то педика подойти представить. Ребят, а люди. Мы рентген ждем. Что, нет педиков? Я не знаю, никто не хочет подходить. Я не знаю, это полицейский просил какую-то фамилию. Не, полицейский там навряд ли, там скорее всего они кидают. Молодой человек, выключите телефон, противно слушать. Выключите телефон. Вас просят выключить телефон. Лучше выключите, а то они будут бить людей. Лишь бы с вами такого не было, да? И с вашими детьми. Я тебя отправлю. Не хамите гражданам. Не надо хамить гражданам. Кто хамил? В чем оно выразилось? Вы разница в том, что вы оскорбляете человека. Извините, пожалуйста, можно уже фамилию и отчество записать? Надо его проверить на допинг, ты нахер отсюда. О, слово нахер, это ассоциируется у меня с палочкой. Вот, собственно, из-за этого момента, когда позвонил какой-то человек, поставил на громкую связь и обзывался. Обзывался, действительно, человек обзывался, но не на сотрудников полиции, нет. Он просто обзывался, а почему-то сотрудники полиции подумали, что это он их пидорами назвал. Не знаю почему, видать, им понятнее почему. Но именно из-за этого момента, потом, через буквально полчаса, сотрудники полиции вытащили меня за волосы прямо к служебному своему автомобилю. Ударили головой об служебный автомобиль. Еще несколько ударов было и по ногам, и в область головы, и в область туловища. Ну, естественно, с такой формулировкой, типа, это тебе за то, что твой друг обзывался. Вот так вот, ребята. Сколько раз мы задержаны, но не можем отпустить. Почему? Это режимный объект. И что? Да дежурный начальник не режимный объект. Вы с задержанным разбираетесь, а я что, время что ли должен тратить? Ведите задержанного. Мы пока не можем пустить. Задержанные вот стоят в коридоре. Сейчас их уберем, потом вас пустим. А что, задержанный какой-то опасный, меня покусает что ли? Здрасте, заявление написать. По поводу противоправных действий в отношении меня. И мне в полицию нужно. Кто произвел противоправные действия в отношении вас? Вы кто, мужчина? Мне в полицию нужно. Да не откуда. 2 hours later. Полиция, помогите! Помогите, полиция! Помогите! Полиция! Помогите! 2 hours later. Здравствуйте. Адвокат, дежурный тест. Разрешите пройти. Сегодня день закрытых дверей. Здравствуйте. Этот, полицейский, дайте, пожалуйста, бланк. У меня машина, это, села, аккумулятор не могу открыть. Нет, с ядром пообщаться. А что за переговоры тогда были? Глаз на глаз. В смысле, что за переговоры? Нет, мы сотрудники полиции спрашиваем. Нет, вас должны немедленно допустить. Полицейский, в чем дело? Что за переговоры? Работа полиции гласная. Сам попросил. Да ладно. Мне мои глаза обманывали, да? Не знаю. Нет, я сам с ним поговорил. Допустите, пожалуйста, адвоката задержанного. Где он находится? Дежурная часть. В подвале? Да нет. Пытычник? Какой подвал? Я нет, ничего не работал. Сейчас нет подвала. Ну, а в чем дело? А где раньше тут были, да? Не знаю, я раньше не работал. Допустите адвоката. Вы мне можете позвонить? Вам, значит, пофигу, да, все? Вы причине вы не допускаете адвоката? Шканов, бездействие. Да, разбираюсь. По-моему, тебе пофиг. У меня может выделить человек какой-нибудь, чтобы человек какой-нибудь выделить, чтобы пообщаться с ядром. В данный момент они сейчас. Я говорю, с ядром пообщаться. Я хотел вступить в качестве защитника к Антону Ядрову, лицу Блику Павлу. Но мне сказали, сейчас мне будет 15 суток, если я не покину отдел полиции. То есть я не
Да. То есть такой момент. Вот, сюда подъехали еще несколько журналистов. У нас здесь порядка 8 человек уже. Вот, и как-то полицейские поуспокоились, начали принимать в конце концов заявления, написанные нами. Короче, вот этот вот основной человек, сотрудник, у него все материалы. Там говорит, ничего нет, он все оформляет, он все занимается. И что с ним будет? Когда их в суд повезут? Или что они хотят? Пока непонятно ничего. Они ничего не знают. Дежурный ничего не говорит. Ну, до понедельника держать это на основании чего. Они умеют. Мы сколько раз сталкивались с таким. Да. Не, ну сталкиваются. Понятно, что в исключительных случаях, ну, по идее, должны. Вообще задержание в исключительных случаях. Да. Задержание арест в исключительных случаях. Ну тут особо опасно, это что? Он же на камеру снимал. Да, конечно. Он просто не загорожен, а задержан, понимаете, чтобы. Не, мы за ним следили. Уведите его в камеру. Ну и еще один раз я вас отвлеку, чтобы дать какие-то комментарии. Вот обратите внимание на этого человека. Это работник ОВД, работник дежурной части, как раз 3-го отдела полиции города Мытищи. Не знаю, каким образом, но при задержании сотрудники полиции украли, отобрали, похитили у меня мою видеокамеру маленькую, которая у меня была в руке. И вот каким-то образом эта видеокамера оказалась у этого работника. И когда меня доставили в эту дежурную часть, вот прямо за этим стеклом меня били. А били за то, что я, естественно, делал замечания, чтобы они не удаляли видео с моей видеокамеры. И вот этот вот господин, вот этот вот сотрудник полиции удалял, прямо при мне удалял видео из моей видеокамеры. Причем удалял так нелепо, что случайно сам себя отфоткал. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. А что самое интересное, когда появилось еще видео, вот самое первое видео, короткое моего задержания, 18 февраля, по-моему, или 17, на всех полицейских паблик, омбудсмен полиции, подслушано у полиции, все смотрели это видео и хлопали в ладоши, молодцы полицейские, все правильно сделали, и все самое главное в рамках закона. Тогда вопрос, зачем это сотрудник полиции удалял видео, если все в рамках закона? Зачем фальсифицировать доказательную базу? Ну мы пока это не можем. Так. Нормальных людей как можете паковать в камеру, а как алкашу здесь, так пожалуйста. Да, да? Алкашу я не совершу. Преступление сверху? Против стажера. Я вот еще одно напишу. Вы сейчас наработаете на заявление, у меня появится жалоба, я напишу. Есть бланк. Да, напишу. А буду ли свободен или занят, я как-то без вас разберусь. Вон там у нас разгвардейцы сейчас переслужатся на службе в телефоне. Да, в телефоне сидят. Нормально, ребят. Солдат спит, служба идет. Где золото? На татами, может, вы где-то помощь требуется, они там в телефончике. Слайсовый. И гвозди торчат, смотри, везде. Мусор. Да, гвозди из стен торчат, да, ребят. Да. Это вообще дичь. Вот не видно, но я Николаевич, как строитель, вот скажите, это нормально вообще? Нет, потому что, во-первых, это ненормально, потому что все помещения, выходы эвакуационные обшиты горючим и токсичным материалом. Там вообще пластиковая вагонка, то есть если начнется пожар, отсюда никто не уйдет. Мы умрем, да? По-любому. Токсичное давление сначала все попадает. А они умрут? Кто? Нет, мусора. Не бессмертно, они уже все. А, они душу дьяволу продали, я забыл. Лысому такому, да? Что это такое? Что это такое? А может, вот. Это вы оторвали? Ребята? Может я быть. Я оторвал. Да давайте порядок. Заявление напишем на него. Вы его привлечете к ответственности. Хотите? Выключатель не трогать, бьет током. Ребят, нормально, да? Что скажете? Материал по 19.3. Обоим? Ну, я по одному пока. По Антону, да? По Пашке. Че, адвокат, едет? Не едет. Едет. А через сколько? Сложно. Так и что, его оставляют до суда, что ли, здесь? На 48 часов пока. То есть до суда, короче, здесь? Да. Понятно. А суд в понедельник, скорее всего? Суд, скорее всего. На что ссылается для задержания на 48 часов? Личность они установили. Все известно. Материал, где передают суд. Сейчас я его прикрою.